Мазер Дамару свой. Агри. Агри, пожалуйста, вам. Не начислял? Нет, что начислял? Не начисляем, да. В конце. Тут ну да, можно. ДБМ есть, блядь, по-моему, сколько в этом ДБМ, блядь. Смотри, вроде сколько здесь есть ампулы, которые работают с электроэнергией. И давление адмирала. Он должен был наоборот, где нормально работает. А вообще ДБМ для... Блять, я вот делал, знаешь, вот примерно 200%, а все равно там по доллару. Ну, вообще воронка. Ема, я просто шоу подозрение подключил. Еще раз, зачем ты хочешь ДБМ? Чтобы ДБМ полно пропитать. Блять, макрос сделай. А шо, макрос такой можно сделать? Ну, блядь, ты, ты пишешь макрос, слэш, ДБМ, пол и время. Да, смотри, Гевка, тебе вопрос. Как ты на кильтовасе поймешь, когда пухи снимать? На кильтовасе, когда пухи снимать? Он сова, ему не надо снимать. Ну... Он сова, ему не пухи снимать? По таймингу, учи тайминг. Ты предлагаешь людям сидеть нахуй там, типа, один, два... По секунду считать, да? Нет, это есть... Да, топ- реакция, блядь, на реакцию. Там около часов, где миникарта, можно таймер, короче, включить, типа. Да. Из пула включать каждый раз и смотреть на какую секунду. Да, 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 да. Нормально, и после да? каждого вот этого МК обнулять быстренько и включать заново. Ну вот видишь, а ты беспокоился. Оказывается, все уже давно придумали. Можно даже какую-нибудь сумку укладывать, одевать удочку. Угу. Удочкой отпиздить кого-нибудь. Там леди не в состоянии от бомбы отбежать, а вы... На леди же у тебя тоже иногда бывает то, что ломается таймер. Ну, ты же как-то снимаешь путь. Там ДБМ снимает. А, понимаю. Там снимает ДБМ. Я понял. Отлично. Хорошо. Не, мне ДБМ показывает таймер, я когда на ДК, я по таймеру смотрю, когда МК и снимаю макрос. Ребят, танки, давайте танчим, пожалуйста, чем мы стоим опять? Слышишь, шпион? Да. Спекни с танка, пожалуйста. Кого-то пошел. Пока.
На кредит. Берегитесь. Назад отойдите сразу. Назад, назад, назад! Там еще один патруль идет. Сюда, в уголок. Прячьтесь там, да, куда-нибудь. Я улетел в пропасть. Тут возможности диспел давайте, когда контроль там какой-нибудь такой легкий. Сагрили, там сагрили, трэш. Провиться, играйте. Да не, сейчас сдохнет провидец, все нормально будет, не будет вайп. Только хилы в контроле, к сожалению. Так четвертый контроль идет подряд. Все, все сдохли. Выживает сильнейший. Ты что, живой что ли? Да. На, тайч. Его обратно в рыто костяк отца. Да. Давайте. КД был нам отрез. Ага, понял. Поднимайте тогда точечно около КД. Спасибо. Все, дроиды, челам и нора влейте и пошли. Да, дальше. Не надо. Вы выяснили, Гевка Арнальд да. В дискорде, он слышит вообще нас, нет? Да, честно, мне плевать. Там в дискорде. Ну, дай полтинничек ГП ему для начала, может быть, он хоть визуально отобразит. Дальше пошлите пиздить трэш. Блекло.
яме кто проходит? Хорошо, резист на вечер. Блэк, подергаешь тогда к нему, хорошо? Слышишь, Блэк? А, говорю, подергаешь одного жреца к резисту. Ну да, как обычно. Чек на баф на пол. Ничего не хватает, пишите сразу. Если бы еще маги столик поставили, было бы вообще шикарно. Все кончилось что-то. Джив стоит, если кому нужен. Там еда не продается. Плохо слышно, сейчас начнется. Спасибо. Что-то изменилось? Нет. Значит, прибавляйте. Хуже? Даже на 200% без изменений. Грудак на рогу, кому надо, скеля? Сейчас лучше. Гораздо. Да. Оставить можете... так? Конечно. Да, оставить. Хорошо. Погодите, тише. Грудак на рогу, скеля. А ты расскажи, что ты сделал? Прибавил децибел и общую громкость. Я просто материнку менял. До скольки добавил? Да там немного добавил. Монород тут? Все, кого отпуляй. Оставайтесь тут. Молча. Жреца играет. Оставайтесь тут, Блэк, подойди сюда, грипни к нам овцу.
жреца играете? Который ближний. Притащи сюда жреца. Тащи сюда овцу. Добейте жреца, который возле нас, и потом играйте босса. Можно Геру дать, например. Вторая КД? А ну у меня типа была не в КД, почему? Дамара, сядь на косты, жрец. Или либо Локи фиряйте по КБ. Все, пошлите, чистим трэш перед Кельмой и покурим. Я видел Дамару. Offspeak транс. Чё, на транс тоже никому не надо? Значит, на распыл. Синенький, красивый. Он же, он голубой, да? Голубенький. Тебе на транс или на распыл? На транс, конечно. Ну вот этот ШМ лучше. Ну ШМ не трансится, а этот Аркус трансится. Травма, ну на некоторых боссах да, лучше. Не везде все равно. Офспик
Ах ты его дизнул, петушара. Ну-ка, ебани ему полную стоимость за посох. Ты себе хотел, что ли? Да нет, вроде как там, ну, на транс ролили, а он взял дизнул. Это же чара, блядь. Может, он предыдущую шмотку дизнул? Да это сова, блядь, все с ним понятно. Вот вы чувствуете, да, разницу между совой? Вот я не такой жук. Между собой и совой? Ну да. Блядь, когда у меня уже рыжая сова будет? А сейчас какая новая? Она... Голубая или зеленая? Ну, в смысле, я имею в виду посох там. А, не скоро, совсем не скоро. Я думаю, через полгодика-то будет. Прям обрадовал, да? А чё, Амёр, у меня такая есть. Чё ты линкуешь? Нет, я спрашиваю, нужны кому на мейн? Байер есть. А. Ну, если нет, окей. Уже, наверное, завидно. Чё у нас, кстати, на завтра? Ты будешь гевка, не? Бля, но... Я опять же, я могу зайти, если вы соберетесь. Если там какой-то целка, я... Фарада не будет завтра, по-моему. Да, опять... да, фарад он бесполезный. Но... Там кого-то не будет. Ну, он зато, по-моему, рыжий, ну, да? Там... да? Кават, тебя не будет, да? Нет. Ну и все, значит, не будет толка. Ну, хэм. Значит, будет что? Значит, будет ссылка. Или РСК. РСК была, Алёша. Ну, блин, Кит, я хожу в два рейда, я вообще не хочу выучивать. Тем более, если ты ходишь в два рейда, то ты закрыл, блядь, в двух рейдах. Как ты в третью пойдешь, Алёша? У нас сейчас вообще что получается? Сколько РТ дней из семи? Ну, если ОКЗС в один день и целка с РС в другой, то это два дня. Ну, по-разному, видишь, как типа, как Калар робот убивается. Вот он сейчас робот... мы закрыли на одном КД, еще и солярку потратили. Калар робот должен в один день убиваться, да, это однозначно. Да, должен... Еще мы полчаса траили солярку, и еще там целый час могли просидеть на солярке. Типа, ну мы очень просто, очень быстро убили. А если вспомнить то КД или ну, предыдущее, то... Блять, ну там с третьего раза. Ну, я третий пришел, день, по-моему, закрыли. Неликса не было просто. А, ну, либо Неликса не было. Да по-любому на грубый сорвал мат. Женуэна тоже не было. Вот мы и убились на этом КД быстро. Со второго мы народ. Чё ты пиздишь-то, а? Робота с первого вроде. Ну, в смысле, там был такой пул, типа... Не пул. Ну, это я забагазаюзил, да? И вот да. Убили. Вот да и там, всё. На самом деле, типа, с первого пула ГП не получают. Это ты сделал, чтобы ГП получали. Обошел систему. Ну... Вроде новые правила, первый пул из ГП тоже. Не, там ОКХМ не касается эта хуйня. И лича, типа джайн, вот эти... Хотите, блять, я же вам предлагал начислять еще всем ГП до пула. Чтобы типа авансом, короче, чтобы вы могли косячить и ГП потом не получать. Я же предлагал вам такую тему, чё не согласился. Смотри, не знаю, что это за эскиз такой? Аж два камня каждого требуется. Когда-то был топовый. А, это БКшная вообще хуйня, да? Фу, галкища. Да хрен как, его как знает, неожиданно, да? Говно там, блин, там плюс 6, плюс 8. Угу. Плюс 3 урона, блядь. Не знаю, для чего они вообще тут падают, неужели их заменить ничем нельзя, там, каким-нибудь берсерком или еще чем-то. А там чё? Могли бы актуальный положить сюда камни, чтобы никто не парился.
А берсерк... Да, хотя бы там плюс 23 к СПД и что там такое. А где берсерк будет падать? В Хиджале, говорят, да? В Ульдуаре. Почему в Ульдуаре? До Ульдуара еще 10 лет, блядь. Тут вообще говорили, что следующий инст — это Хиджал. Почему, блядь? Ну, в смысле, ИЗС же еще. Ну нормально, Ока еще полгода проносят, не могут никак Келли убить. Потом ЗС выпустят. Давайте, гуляйте, трэш. Так, два желающих послакать, желательно милики. Вон там челики. Блэк, ты нет. Какого? Ну, блин, не хочется, конечно. Ну ладно. Блэк, ты на тёлочке сидишь. А коват? Коват? Ты, тебе нужен босс? Нет. Ну, блин, он просто говорит, что лагает, я не знаю. Насколько сильно ты лагаешь? Одного босса дотанчишь? Затанчишь. Глаза слепаются, лагаю, да? Эвбрил, а сделай два камушка, пожалуйста. Те, каких надо. На меткость. Все, коват, иди тогда. А, ты уже поменял? Я не знаю, просто блокировали коват. Хорошо, коват, скажи, Пью, ты был с нами на келе? Нет, я не был с вами еще на келе. Коват, объясни, пожалуйста, ему, как танчить, получается. Ну, он будет инженера, да? Как, ну, как мы танчим. А ты будешь сидеть на телочке тогда. И ханты им тебя телочку напулят. Все готово. Ну ладно, блядь, поставьте шкаф. Там телочку. Смотрите, ханты, у вас, короче, будет задача. Вы напуливаете телочку на кого-то и фениксов, которые появляются. А напуливаете тоже на кого-то. Ну, то есть понимаешь, что напула будет мало. Ну, чтобы хотя бы они напулили, чтобы, ну, он пошел не на хилов, не на РД, а на тебя. И ты потом уже как-то, ну, смог забрать уже. Никак не смогу. Да, ну, Гевка, бей, там... ну, беги быстрее к нему, значит. Там сова в Т5 может танчить эту ебаную телочку. Нет, спасибо, не хочу. Вообще налегке. Там агра нормально, усовы. Смотри, короче... Инженера держишь вот здесь, вот здесь звездочка, но чуть дальше туда. Не могу подойти, может, спулиться. Ну и все, а когда оружие выйдет, все оружие сагришь по центру. А топор, тогда если я танчу топор, я станчу на себя. Вопрос по поводу бомбы. Прожимаешься под бомбу. Когда возьмешь щит, прожимаешь щит под бомбу. Оно там резистит, не помню, то ли 100, то ли 200 тысяч урона. А там воронок не нападал, чтобы я сейчас ткнул голову сразу же на босса? Нападало вообще-то? У кого они? А, ну я в ГБшку уже скинул. Я их доставать не могу с последней ячейки. Чё, тебе воронки нужны? Да, и хоть под процент возьму 3, верну 4, как... Это как бы тут так дают. Там будет этот, у зам ГМов. Тыкай, потом решим. Я ему дал уже воронки. Все, готов? Не будешь там тебе ничего? Ща, я камни тыкаю, у меня все есть с собой. Окей. Элбрю Сантей порешал.
Скажешь, как будешь готов, Фил? Готов. Все, блядь. Когда появляется лужа, ну и снимайте путь. Тайминг точно вам не скажу. Маро, короче, смотри, инженера не бьешь и к бабе не подходишь. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Готовьтесь! Девку захил. Сантея захил. Блять, вот. А, нет, мне казалось, вот в первую очередь Байера прохили. Бежать. Там и цепухой могло захилить. Я был в контроле, я не знаю, почему пришел, подними этого Демора. Всех троих сразу поднять с нуля. Долго. Ребаф порогом дайте. Там с нуля, там должен был фул, а потом мало совсем у всех было. Поставь, как я нам гимн отдам. Оранжевый, а вот он. Ставил уже, когда поднял. Жимки щита хватает на бомбу чисто? Да, там 100 тысяч. Ты про паладиновская? Все шеем есть. Я недооценил вас. Было бы несправедливо за хочу вот эти пушки советниками сразу. Только на любовь. Топора играть.
Например, вот сеть умеет тотем ставить. РДД в телочку свищенитесь. Все, пёс, забирай босса. И прям там же его танчи. Прям на платформе. Геру дай. Ложа в миле. Пё, отведи. Не подходите. Контроль дайте. Корни. Возвращать его на место или здесь держать? Да, держи там. Феникс. Моса не просилил меня, как холм. Глыбу сбейте. Все, мили, играем. Мили, мили. Мили лужа. Феникс играем. ОБР есть, поднимите резистов. И кота. Кто ОБР отдал? РДД яйцо. Дебаф, дайте помогу. Монород, подними, пришел. Бомба. Ну не, не надо, держи там, нормально. Глыбу сбейте. Глыба. Больше места будет. И Феникс играем. РДД, лужа на платформе. Яйцо. Я камнем встану. Вставай. Встал. Жена на, жена на ДБР. Файл привожу, но ребаф по престам. Мили. Тотем есть? Нету. Тирса здесь поставь. Глыба.
Сколько процентов? 55. Бейте босс. Ребафы по шаману. Тут хан Феникса лупит. Пусть лупит, его уже пора. Феникс играет. Феникс. Яйцо. Все, Пюм, можешь его так же вот вывести, где-то держал, да? Ну, где вот сейчас он был. Вот меточку кинул. Все вокруг него крусили. Да. Нормально, пусть тут стоит. Ну что, набрали между друг другом? Пять секунд гравитация. 3 секунды. Пил жертву обычно отдает на взлетке, а не под конец. Понял. Обычно у нас просто прогнали на нападение. Заложим и смотрите внимательно. Лужа на платформе. Гравитация. Вот чтоб не было большой ОУЕшки, пока разлетается, отдается на взлет. Твоя карта бита. 5 секунд. Все нормально. Народ, а поможете вторую карту сделать сейчас? Да, можно. Скажите ему там, у кого выпало. Тебя спас, себе забирай. Алекс? Кого? Ау.
Тебе на мага, что ли? Не, мне на мага первая. Там Олени с гильдии, вторая ката на престол. Бег. Мне скоро на маге уже первую пора собирать. Сядь, ты на мейн забираешь? Так, сядь. Ну, за ГП. Чем мы там по ней начисляем? Он не будет брать. Тогда разроль на лоб. Так вроде на лоб уже. А, это на лоб ты ролил? Сори, я проебался тогда. Я не услышал тебя. Хорошо, тогда пускай оставляю себя. Main spec. Off spec. Ой, блин, что-то у меня... Я короче, Кавадзе... Кавадзе ролил. Я понял, да. Я тебе сейчас отдам через трой. Кирс, возьми к себе, я пока уже на кату лечу. Main off.